Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Добивание крипов – это одно из самых важных составляющих в игре. Добивая крипов, своих крипов, мы не даем врагу получить за них золото, и они получают наполовину меньше опыта за крипа. Обычно добивание крипов идет через клавишу А английскую. Сейчас вы видели, я добил, то есть когда у крипа там 50% здоровья или меньше 50, мы можем его начать добивать. И дена считается, когда мы убили его именно. Вот я сейчас покажу парочку крипов. Нажимаю на А и добиваю. Добиваю. Это очень важно, особенно когда вы стоите в миду. Там важен ваш хит, ну и денай тоже, конечно же. Но, согласитесь, это неудобно. Каждый раз держать палец на клавише там А, добивать крипов. Это очень неудобно, понимаете? Это просто лишние кнопочки. Можно упростить это дело. Можно сделать так, чтобы мы могли денайдить через правую кнопку мыши. Например, вот так. Сейчас вам покажу. То есть, у нас освобождается одна кнопка. И гораздо легче становится. То есть, смотрите, сейчас я вообще не жму клавишу. То есть, сейчас я вообще клавиатуру не трогаю. Я управляю только мышкой. Вот бегает мой герой. Я вижу, проседает, да, крип. Опа, добиваю. Мышкой добиваю. Правой клавишей. Ждем, ждем, ждем. Я думаю, многие знают про этот способ, но не все, конечно, могут знать. Могут некоторые забыть. Я в свое время забыл о нем и играл активно через клавишу на клавиатуре, да. Это была огромная жопа, честно вам скажу. А потом, когда я вспомнил, можно на правую кнопку добивать. Точно, ну вот что я ДЦП, а. Когда я уже вспомнил, там была такая радость, такая эйфория. Давайте сейчас мы еще парочку добьем. Я вам покажу, как это все настроить. Опа, косячок, косячок. Сейчас придет пачка крипов. Ну, уже можно начать добивать. Ладно, все, последний крип. Просто я уже увлекся, честно, просто увлекся. Ну вот, еще раз. Добиваю с помощью кнопки на мышке. Теперь смотрите, как это все делается. Открываем Steam. Находим Dota 2. Правая кнопочка, свойства, установить параметры запуска и прописываем консоль. Все, прописали такую команду. Эта команда будет в описании к этому видео. Нажимаем ОК, закрыть и запускаем Dota. Все, запустили Dota, у вас открылась консоль. Правильно, да? Прописываем данную команду. Она будет тоже в описании к этому видео. То есть, reach, click, attack и цифра 1. То есть, 1, значит, мы включили эту команду. Теперь мы можем добивать своих крипов с помощью правой кнопки. Чтобы отключить, ставим нолик. Когда вы прописали эту команду, да, в консоль, она сохраняется. То есть, когда вы выйдете из Dota и опять зайдете, она будет сохранена в том, статусе, который вы поставили. То есть включена или выключена. Все, наслаждайтесь приятной игрой. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.